Никто бы не справился лучше. Спасибо тебе. Хрен там я буду в одной комнате с Иоанном. Нахер надо? У меня от него мурашки. Наконец-то тут станет поуютней. Thank you.
спасибо, что... От сраных сектантов. Всегда любила гулять по Фолс-Энду. Хорошо тут. Thank you.
Салют. Мой друг слышал, что сектанты собираются захватить мастерскую. Мол, хотят построить какой-то огромный супер-пупер-грузовик. Не знаю, правда ли это, но лучше подстраховаться. Если б не ты, я бы погиб. Спасибо. Как я рад, что ты здесь. Живым! Стреляйте пулями с блажью! Эй! Не закажешь! Мужчина живым! Хватит одной пули с блажью!
Это? Нет. Это. Достоин ли он? Не нам об этом судить. Грядет время очищения. Отнеси его к воде. Пред взором Божьим и пройдем через его врата в сад Эдем. Подожди. Он не готов. Ритуалы? Да. Нет, Иосиф. Полюби их, Иоанн. Не дай греху взять над тобой верх. Подведите его. Что бы ты ни совершил, тебя еще можно спасти. То, что ты оказался здесь, не случайность. Тебя ведет воля Бога. Это его дар. Но пока неизвестно, решишь ты принять этот дар или отринуть его. Придет к искуплению. Или врата Эдема закроются для тебя. Да, Иосиф. Ты покаешься. Сознаешься во всех грехах, даже самых мелких, самых ничтожных. Не сомневайся. Искупление для избранных. Если покаемся, прямо сразу нас ведь не тронут, да? Нет, будет хуже. Потому что покаяние без боли невозможно. Ты провозгласишь свой грех, потом пронесешь его на теле, а потом Иоанн очистит тебя. Это так прекрасно. Ах, вы твари! Не щади их. Только держись. Если ты погибнешь, все было зря. Как же задолбал его голос!
пожалеешь, ты не утонул! Спасибо за помощь. Еще по военной. О, привет. Подойди. У меня есть мысль. Мы не могли с тобой связаться, и я понял, что ты в беде. Рад, что Господь направил меня к тебе. Тебя мы вытащили, но другим тоже нужна помощь. Сектанты перевозят пленных, и Мерл среди них. На кону много жизней. Дай мне закончить! Чем больше похищений мы предотвратим, тем лучше. Подойди, прошу. Здесь всегда много дичи. Ну так вот, сектанты перевозят пленных, и Мерл среди них. Времени нет. Бери, что нужно, и выдвигаемся. Я вызову еще людей. Уверен, нам понадобится их помощь. Благодарящий бедному дает взаймы Господу. Нужно ему помочь! Нельзя! Я иду! Благодеяние. 19, стих 17. Почему одни дети ни в чем не нуждаются, а другие должны стать голодными? Почему ожиревший политик сидит в богатом кабинете, указывает голодающему фермеру, что он может продавать? Спасибо, что спас мой зад. Прошу, не бросай. О, Боже, спасибо. И сектанты прямо жаждут загнать нас в бункер Иоанна. Помощник, мы отправили к тебе вертолет. Держись, пока он не прилетит. Отстань.
страха люди потеряли последние мозги. Эдемщики этим пользуются.
Даже у меня сердце колотится, как бешеное. Блин, помощник! Ты пробрался туда и спас наши шкуры. Кто знает, что они хотели с нами сделать? Что спасают нас? Спасают! Заперев в сраной дыре? Да ну нахер! Эти трусы накинулись на меня толпой! Сказали, что спасают меня! Доверься, молодцу! Да кто такой этот отец? Лучше бы пристрелили! Я был зол! Но сейчас я в ярости нахрен! Можешь рассчитывать на мою пушку, пока сраный Иоанн. Слава богу, вы выбрались оттуда. Теперь эдемщики поймут, что мы для них серьезная угроза. Эдемщики уже всем заправляют. Спасибо за помощь. Скоро этот знак на холме уже никому не будет нужен. Пастор Джером приказал доставить вас в целости и сохранности. Зря он так волнуется. Вам наша защита не особо нужна. Господи боже. Даже не знаю, кто из вас круче, ты или Мерл. Привет, чувак. Какие новости? Эй, парень, как оно? Сегодня ты спас нескольких моих друзей.